Айви? Тебе опять кошмар приснился? Да, и король в пещере. Это потому, что ты весь день проспал. Ты специально пришла сюда, чтобы вывести меня из себя? Нет, мой отец ищет тебя. Громар, что ему нужно? Понятия не имею, но настроение у него очень плохое. Пожалуй, тогда стоит пойти поговорить с ним. Как насчет поцелуя? Не сейчас.